Это уже вторая выдача продуктов школьникам, которая проходит из-за дистанционного обучения. Как и в апреле, майские продуктовые наборы полагаются детям с 1 по 4 классы, а также ученикам с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей. Продуктовый набор сформирован из расчета 19 рабочих дней на сумму 665 рублей. В него входят продукты первой необходимости, среди которых крупы, консервы и сладости. Соблюдение мер эпидемической защиты планируется выдать 1328 наборов. Из них 294 приходится на городскую школу номер 2. Я очень рада, что есть такие пайки. Они очень помогают в такой нелегкий период времени выжить. Очень хороший продуктовый набор. Спасибо школе, спасибо всем, кто в этом принимает участие. Выдача продуктов проводится с 22 по 28 мая по индивидуальному графику каждой школы Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.